Магаданской области стартовал прием заявок на соискание молодежной премии губернатора. Молодые талантливые люди, детские общественные коллективы и организации могут принять участие и выиграть денежный грант губернатора. Таким образом поощряется не только таланты региона, но и повышается престиж организаций, которые они представляют, и наставников молодых дарований. Молодежную премию губернатора Магаданской области могут получить представители талантливой молодежи нашей области в возрасте от 18 до 30 лет, в различных, получивших какие-то высокие результаты в различных сферах или областях. Это может быть образование, культура, искусство, наука, техника. Таких направлений всего 12. Чтобы получить премию от губернатора, нужно быть молодым, талантливым и оставить заявку в молодежном центре по адресу Комсомольская площадь 1. Анкеты принимаются до 1 октября 2020 года. С полным списком номинаций можно ознакомиться на электронном сайте правительства Магаданской области 49gov.ru.